В областном центре участились кражи люков. Как рассказал Аким Кустаная, службу Айкумек с подобными проблемами жители обращаются каждую неделю. Например, в новом микрорайоне Береке люк в одном и том же месте пропадал уже дважды. И чтобы это предотвратить, глава областного центра предлагает бороться с этой проблемой совместно с сотрудниками полиции. Это Цветмеджи? Цветмед. Вы все точки знаете. Где принимается цветной металлолом, вы все знаете. Поэтому проводите рейды. За это надо наказывать. Вот кто принимает цветмед люки, вы вообще сделайте это все. Вы их тогда надо будет очень серьезно наказывать. Все, что есть, примените. Если не хватает сил, давайте мы подключимся. Вместе будем отрабатывать с вами. Это если предприниматель, то, соответственно, он имеет лицензию, имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Надо тогда отнимать у него это право. Канализационные люки – лакомый кусочек для любителей металлолома. Недобросовестные граждане, к сожалению, не задумываются об опасности открытого люка, отмечает глава города. Теперь он предлагает наказывать не только тех, кто похищает люки, но и тех, кто принимает. В городе сегодня таких организаций 15. В ближайшее время с ними планируют провести встречу. Нужно просто кардинальные меры принять и, соответственно, об ответственности еще раз письменно уведомить предпринимателей, которые занимаются цветмед. А что касается безопасности ЖКХ, я уже говорил тысячу раз. Дайте предложение. Что вы там сделаете? Сетка будет, капрон будет там, стазалыха вы возьмете. Дайте предложение по этим люкам. Понятно, когда большой водосток, вот эти сетки, они будут задерживать сейчас мусор, вода будет стоять там. Вот надо просто продумать. Марат Джандубаев также посчитал, что восстановление одного люка для местного бюджета обходится в 35-40 тысяч тенге. А сдать его можно в пределах 5-6 тысяч. Диара Ахмечина, Лиада Смагамбетова, РТН.